Доброе утро. Эй, где свет? Доброе утро. Сегодня у нас 31 октября. И сегодня понедельник. Каникулы. Кайф. Ура, каникулы. Слава тебе, Господи. Чего она так сверкает? Странно. Вот, у меня ужасно болит живот, я лежу, отдыхаю, и такого не происходит. В общем, я не знаю, чем мы сегодня будем заниматься, так как наша Сонечка заболела, она уже целый день вчера лежала с температурой, что-то там 39-38, вообще бедняжка маленькая. Вот. А сейчас пока полежу, отдохну, ну, впрочем, как обычно. Кто у нас болячка? Да. Иди сюда. Блять, болёк мой, болёк, болёк. Стой, я лопну. Лопнет, нет, лопнет. Давай я. Подожди, подержи. Держи. Молодец, конечно. Стоп. Блин, ну здесь не надо. Есть. Вот ладно, здесь, вот здесь, по-моему. Вот. Ладно, держи свою камеру. На, лопнись. Да. Заметьте. На. Как это называется? Процедура. Что за процедура? Бумажки? Нет. Фу. Вода. Тебя там покажи. У нас еще даже ноябрь не начался, а у нас уже полный сугробы. Да, Сань? Да. Я 3 дня сидела дома. Еще как? Нет, ты еще заплакала. Ну, ты думаешь, сидела целый день? Еще полтора дня. Ты чё? Ты чё? Господи, я ж напугалась. Ты чё, блин? Обалдела, что ли? Ой. Как дела? Нормально. То есть... Да, нормально. Чем будем сегодня заниматься? Занимайтесь, давай поделки. Поделаем. А что мы маме сделаем? Подарим. Папе подарим. А из чего? Из бумаги, из чего, из чего? Я знаю, что я буду делать. Я буду делать подушку. Попрошу маму, чтобы она купила синтепон, и мы сделаем подушку. Какашку. Собачка. Я видела, как сделают подушку какашку. Нифига ты, фига. Нет, нет, что ты творишь? Ой, мамочка. Ай, кошмар. Ой, ё-моё. Ай. Кошмар. Начала я влог. Ай, ужас. Решила полежать. Кошмар. Варя решила полежать и посадила себе синяк под глазом. Серьезно, синяк. Ой. Ужас, мамочка родная, как так можно? Вот, в общем, я решила полежать. Но не поставить себе синяк. Пойду сейчас налью себе еще чайку, так как я не... Выпила свою кружку, почти допила чай сестры. Ей ничего не оставила. И, ну, впрочем, ничего нового. Фотки я не перекинула, поэтому во вчерашний влог их не вставила.
Вот. А может быть, если сегодня получится, то сегодня вставлю. То есть в каком-то влоге эти фотографии я точно вставлю. Ой. Вот. Поэтому сейчас налью себе чайку. Кошмар. Ай, у меня аж слезы текут. Кошмар. Вот, налью себе чайку и буду смотреть что-нибудь. Потому что вкусненького у нас ничего нет, поэтому я обхожусь чайком. Что это? Вот, так что вот так вот. Я села пить чай с шоколадом и хочу с вами попрощаться. В общем, что с всем, тобой ребят, до завтра, всем пока, удачи вам. В общем, пока-пока. А, да. Вчерашний влог, он как бы загрузился, у меня пришло уведомление, то, что он готов к просмотру, но потом оказалось, что он почему-то, ну, так не получилось, короче, и что я его удалила с памяти телефона, и все. И как бы вчерашний влог, походу, не будет. Ну, почему ты вздыхаешь? И, походу, вчерашний влог уже, не будет воспроизводиться. Вот. Так что так, ладно, всем пока-пока, до завтра, удачи вам.